Привет. Как дела? Нормально. Что, можешь кофе попьем? Да. А где? В Гамбурге. Леор, ну что, не тошнит? Немецкая полиция 3 ночи подряд разгоняла радикалов в Гамбурге. Одни по Гамбургу. Короче, самое офигенное было, это когда я в носу ковыряю. Вообще огонь. А после этого нас засунули наверх, и все это сдувало. Я чуть не сдохла там. Счастье в жизни посетить секс-магазин в Гамбурге. Мне это единственное место, которое запомнилось всей нашей поездки. Хорошие цены, качественный материал, кожа, латекс, все натуральное. В общем, друзья, ситуация осложняется, а мы в Гамбурге. Срочные новости приходят из немецкого Гамбурга. Именно в этом городе Битлз начали свою карьеру и прославились именно здесь. Вот наша газель. Она молодец, у нее Инстаграм, я подпишу внизу, если это не вырежу. Вот мне интересно, на самом деле здесь политбюро или нет? Я хотел бы посмотреть... Улицу разбитых фонарей. Лично я хотел бы посмотреть на битлов, то мы не знаем, куда идти. Ну это жесть. Здесь памятник Битлз в Екатеринбурге, самое близкое. А мы в Гамбурге. Также в Алмате, в Ливерпуле, Томск, Донецк, в Астане. Не прошло 10 минут, мы заблудились уже окончательно и бесповоротно. Что-то сразу на меня все стрелки спихиваешь. На улице Бледей находится памятник Битлз, едем туда. Мы шли по методу правой руки и выходим сейчас. Я вообще-то левый делаю. Кушать будем, кушать когда будем? Надо с собой брать кушать. Я левый делаю, а не правый. Гамбург – это очень красивый город, судя по обзорам. И мы бы хотели увидеть хотя бы что-то. Пока видели стройки, небо. Небо. И свежий воздух. Свежий воздух. Наполненный историей Федеративной Республики Германии. Да, не так сложно, подожди. Да, мы надеемся, что рядом здесь порт, представители древнейшей профессии. Это врачи. Портные. Портные. Ну, в общем, у нас порты вышел... Работают портные. Порту, да, и портовые. И мы решили вернуться на место прибытия, потому что в противном случае мы придем примерно в никуда. Вот. А мы все же идем, потому что нам, в принципе, похеру куда идти. Итак, мы добрались обратно до Бангхофа. Пытаемся проложить маршрут по новой. Вот, как вы видите, на заднем плане. Там вот что на заднем плане. Во-первых, это родина не только гамбургера. Это родина моя. В День России. Да. Сегодня День России? Конечно. Да. Слава России! О, ништяк! Кстати, сегодня День России, именно поэтому мы находимся в Гамбурге. А у меня самая... Потому что... 12:44, мы будем на месте. Вообще не про секс-кино, это вообще не район красных фонарей, это определимое район, где наркоманки проститутки. То, что надо. Да, чувак, все нормально, нам как раз то, что и надо. Единственное, что хотелось бы, конечно, битлов посмотреть. Ленор, скажите два слова, пожалуйста. Ну, билет купили, стоим в метрополитене, ждем электричку, чтобы на битлов посмотреть. Но ведь нам обещают какой-то асоциальный район, а вы не испытываете никаких негативных чувств? Почему это асоциальный? Там эти литераторы, художники, архитекторы, шалавы, поэтому все хорошо. Мы только... В смысле шалавы? Короче, друзья, попали мы в неприятную историю, я перепутал города и та скульптура, которую я хотел посмотреть. Скульптура, которую я хотел посмотреть, казалось совсем не это. В общем, я расстроен и, короче, хоть плачь. Это фиаско, братан. Ну, похоже, кроме меня никто не парится, то есть все довольны. Да ладно, не парься, мы лучше это, песенку с дриндень. Давай самовара, я и моя Маша.
Газель, ты на пилон пойдешь? Я умею. Света после посещения улицы Красных Фонарей зашла сразу вот в этот костел, тут, потому что отпускают сразу все. И это очень удобно. Да-да, друзья, мы в районе Красных Фонарей, это Гамбург, и это первая наша достопримечательность, которую мы достигли. Так Гамбург готовится к встрече членов... Офигеть, тяжелый. Куда это? Куда? Как в руках, нормально лежит вот это? Я его не могу держать, он тяжелый. Смотри сюда. Жесть, куда? Вы его поднимите, он несколько килограмм весит. Тяжелый, реально? Смотрит. О, это же для девчонок. А двойной. Че он такой дешевый? 100 евро. Ну-ка, подержи. Я их подержать не буду. Окей. Белые мальчики, как он отреагирует. Идите все пить. Виталик, иди сюда, мы попробуй просто, хотим на тебя сейчас. А мне вот это нравится. Блин, поэтому 65. Сразу радикулит пройдет. Это вот хороший. 65 евро. Блин. Вот и гамбургский петух. Все самое интересное начинается после 6. Все эротические и прочие вот эти заведения, они открываются после 18.00. Мы хотели зайти в какой-нибудь маргинальный клуб, но не вышло ничего, к сожалению. Поэтому сейчас пойдем в порт. Ура, мы в Гамбурге. У нас отличная компания и все круто. Вот памятник погибшим воинам. Это важные детали. Наконец-то мы пробились к району порта. Сейчас посмотрим на море и будем искать какой-нибудь большой океанский лайнер. Светлана. Светлана номер с вами. Перекрестился такой. Он делает. Я вам есть. Он везде сыграл, мы смотрим директно. На колени становись. Это бесплатно, не важно, фиг на сади его. Зо, там. Данке. 15-20 минут смс. Во, он... Что видно? Белых видно? Москву, Москву видно. Ну и сколько туда бросил? 50 копеек. И сколько смотрел? Ну, не знаю, минуту, наверное, где-то. О, пиво, пиво, пиво. Сейчас будем. А, наверху, вот. Сейчас будем пить пиво. В общем, решили прокатиться на лодке. Вот, катимся. Хорошо, что тут в маске надо сидеть, заодно с ними. Вот в таких неимоверных условиях, нечеловеческих, приходится путешествовать. Ребят, короче, серьезный ветер, вообще ужасный просто. Еще подводная лодка всплыла, как вы видите. Это все знак. И знак недобрый. Идите, идите. Блядь.
что вообще что-нибудь слышно, потому что я закрываю ветер рукой. Но я хочу сказать, что город хороший, конкурсы интересные. Единственное, что кепка у меня улетит, блядь, сейчас. Здесь вот они живут в этих доках прибрежных. Вот такие гамбургцы суровые. Тут у них постоянно вот такой вот ветер. Заманивают туристов. Получилась такая ситуация, что мы уже думали, что все, как бы выиграли, а на самом деле нет, только все начинается. У нашего основного штурмана «Газели» закончился трафик интернет, и ситуация выходит из-под контроля. Но на смену пришел Виталик, и он сказал, что знает, куда идти. В общем-то, выглядит достаточно уверенно, бодро. Тебе надо выспаться. Ой. Прости, я видит Бог. Давай на камеру. И Аллах. Да. Короче, я сейчас только что пытался вот эту милую башню хотел уничтожить методом проломления черепной коробки. А вот, слава Богу, что у меня ничего не вышло, я теперь прошу прощения. Не вышло, но повтори снова. Вот, да, так что вот, я надеюсь, что международный... Международный, как бы, конфликт исчерпан очередной. Игорь, осторожно, тебе тут бутылки же воруют. Ну ладно, что. Глотающий по воду. Мое личное мнение, что город очень достойный. Это бывшая ФРГ, пропитан духом капитализма такого старого. Очень интересно побродить и побегать, как мы это сделали. И сейчас узнаем, что мои попутчики думают об этой истории влажной. Не, ну классно было, отдохнули, воздух офигенный, ветер тоже офигенный. Ребята, всем советую сюда, подключайтесь, ну а мы играем в карты. Раздевай. Ну, поездка была замечательная, поплавали, погуляли. Ну, мы-то не плавали, конечно, да? На корабле поплавали. Не перекусили, тоже было. Было замечательно. А потом еще знаешь, что было? Меня кормили. Очень много кормили, ребят. Спасибо большое. Это было круто, я поела. Район хороший такой был, без девочек. Да, что еще там было? Хорошая турецкая еда была. Вот, ну, когда кормят тебя, то все вкусно. А так хорошо. Потому что, в общем-то, делать больше нечего, как заниматься делом. Потому что вопрос, куда-то идти, отпал сам собой, потому что мы не знаем, куда идти.